Всем привет! Мы с вами находимся в лесу возле водопада в живописном месте. Но сейчас я вам хочу рассказать не об этой красоте, а о фильтре для воды. Если вы ходите в походы и нуждаетесь в чистой питьевой воде, и по каким-то причинам пьете, боитесь, вернее, пить воду из речки, потому что мы, например, не боимся, мы пьем только из речки. Когда она чистая, конечно же, но когда она грязная, ее пить, конечно, нельзя. И на помощь придет вот такой фильтр. Фильтр тонкоочистки воды. Это мембранный фильтр. Вот давайте я вам покажу. Вот так выглядит мембрана. Вот. Вот такая она маленькая. И вот здесь примерно 500 миллионов дырочек, отверстий на 1 квадратный сантиметр. Представьте только. То есть 0,2 микрометра отверстия. Вот такой фильтр Nerox. Инструкция по эксплуатации. Их бывает несколько видов. Если честно, я не особо понял, чем они отличаются. Нас интересуют в первую очередь это технические характеристики. Вот смотрите. 0,2 диаметр пор мембраны. Вот, кстати, модель и чем отличаются. Они отличаются ресурсом и весом. Причем вес незначительный по отличию, но вот по ресурсу вес очень большой. Вот такая мембранка. И давайте посмотрим, как работает этот фильтр. И вот он в действии. Да. Наливаем воду. Букашками. И в канистру набирается питьевой воды. То есть вот у нас этот фильтр, да, в самой банке. Там вот эта мембрана, которую я вам уже показал. Картридж. Это корпус, чтобы механически его не поломать, не испачкать. И по трубочке вот здесь у нас стекает канистру. Давайте посмотрим, как оно капает. Довольно-таки шустро. Смотрите. Вот это уже абсолютно чистая питьевая вода, без всяких бактерий, микроорганизмов, без всякой грязи, мути и всего подобного. То есть вот эту воду можно не кипятить и пить абсолютно спокойно, не боясь. Так что вот такую штуку могу порекомендовать всем, абсолютно всем людям, кто путешествует и сталкивается с проблемами воды. Потому что действительно не со всех рек, не со всех луж можно пить воду. А с этой штукой вы можете из лужи набрать воду, налить вот так вот в баночку и получить нормальную, хорошую питьевую воду. Вот, кстати, есть сайт, вот адрес, полностью данные производителя, делает Крым, город Симферополь. Есть сайт, выйдите на сайт и посмотрите. То есть это не реклама, нам за это никто ничего не проплатил, денежек не дал. Просто мы эту воду используем. Мы эту воду используем и делимся с вами, да. Сейчас будем борщ варить. Полезной информацией. Сейчас на 10 человек сделаем здесь жратву. Кстати, да, в следующем видео смотрите рецепт борща, очень вкусного. Вы давно просили рецепты, сейчас будет рецепт. Осталось 1,5 секунды. Всем пока. До новых встреч.